Вы назвали несколько имен, которые появились у нас в стране в начале 20 века. Да, это авангард. Хорошо. А кто появился в начале 21 века в России? Вы можете назвать? Нет. То есть есть, конечно, люди, которые появились в начале 21 века. Это представители так называемого актуального искусства. Но тут же становится вопрос. Можем ли мы считать ту продукцию, которую они нам предложили, будь то музыка, будь то, опять-таки, живопись, будь то кинематограф, допустим, что они относятся к тем, кто создает искусство. Угу. Потому что есть какие-то понятия, да, которые сопутствуют пониманию искусства на протяжении многих не столетий, а тысячелетий. И то, что возникает сейчас, на мой взгляд, без всякого уничижения к этому, это творческая продукция. То есть она результат какого-то переосмысливания мира. Угу. Но имеет ли она отношение к искусству? Мое мнение, я его высказывала многократно. Понимаете, это вид продукции, который требует... То есть создается и искусство разного рода. Но то, о чем мы говорим, то, что лежит на вот сейчас, угу, всех волнует, все-таки это что-то другое. Мы не нашли для этого еще определения. Это творческое дело, понимаете? Но оно за гранями. Появился какой-то новый вид деятельности. Ну, вы имеете в виду вот эти экзерсисы, когда человек свои текстикулы прибывает там к Красной площади, и это, в общем-то, это акт искусства? Нет. Нет? Нет, нет. Почему? В этом же есть, наверное, какой-то контент, кто-то в этом что-то видит. А содержание недостаточно для искусства. Так же, кстати, там же и форма есть, кстати, тоже. Кстати, так же, как недостаточно его отсутствие. Угу. Черный квадрат не имеет как бы вот такого непосредственного содержания, то есть зримого и видимого. Тем не менее, это манифест, понимаете, того, что произошло. Это есть осмысление, духовное осмысление с элементами эстетического, на мой взгляд, подхода. Вот. И эмоционального, этического и прочее, прочее. То есть целая гамма необходимых качеств, которые сопутствуют искусству. Вы знаете, и вслед за этим, извините, вообще создание абстрактного искусства, которое может быть практически очень содержательным. Угу. Понимаете? Только говорящим другим языком. В то время как многое из того, что создается сейчас, потеряло содержательность своего языка. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».